Избушка на ножке. Вот инжир, смотри, какой, Юлия. Нет, ты посмотри ради интереса. Просто посмотри, ствол какой инжир. Офигеть, это же дерево настоящее. На Шумиловском городке такое было дерево, я видел. Почему-то только там, да, сохранилось? А вот это что за здание, Юля? Смотри, тут цивильное уже. Это уже новые постройки. Вот смоковница есть же, которая библейская. Первый раз такое вижу. Типа вот инжира тоже она, но зеленый. Офигеть. Ствол какой. Мариана как покушена, но не тем не менее, вон там живут люди. Да, еле-еле держится, да? Угу. Ну, бля, стоит еще. Ну, я не знаю, не факт, Юля, вы еще можете 100 лет простоять, да, по сути. Хотя нет, конечно, вообще, бля. Идем, пройдем. И здесь проход есть. Куда ты, Юля, собралась? Настоящий. Я смотрела это все в фильмах, и теперь я это вижу. Типичный грузинский дворик. Я смотрела это все в фильмах, но теперь я это вижу вживую. Юля, смотри, здесь лестница какая винтовая. По ней поднимается? Наверх ведет. Давай поднимемся наверх. Нет, я туда не пойду. Я почему? Мне не внушает доверия. Почему? Люди же ходят. Нет, не ходят, наверное. Ходят, наверное. Поближе подойдем, посмотрим. Нет, Женя, можно я не пойду? Нет, вот это самое интересное. Лица твоего плохо видно. Минутка фитнеса. Это вот такой вот дворик закрытого типа. И к нему вход вот через вот такое вот. Это все оцифровать надо? Я не знаю, но вот в него, вот в этот двор, который я показала, вход вот отсюда вот. Я думала, здесь уже все что-то какие-то развалины, и здесь ничего больше нету. Я уже даже представила. Ага. Целый этаж проема. Я уже даже представила, как я вечером иду с работы через вот это. Что-то жутковато немножко, но люди здесь, в принципе,
не сказать, что они как-то несчастливые или что-то у них не то. Да, улыбаются и очень приветливые. И общаются с удовольствием. И вот-вот через такое вот это вот все туда вход. Для меня, конечно, это было открытие. Посмотри, тоже такое время еле-еле держится стена. Вся покосилась, в любой момент обвалится. Ой, привет. Ничего, рычи, да ты что рычишь? Ты же добрая собака, улыбака. Чужие явно. Ну, они тоже свою функцию выполняют или как? Ты согласись или что хачапури сытный? Еще на завтрак осталось. Самое то, да, блин? Это изобретение, да, чисто кавказское. Вот это Сейдабади ресторан. Вот он поднимается. Вот видишь, удобно, когда ништяк крышу делает. Мы пришли в Майдан Базар. Неописуемо. Как в музее. Ходить, не переходить. Чего только нет. Кто предлагал? У нас, по-моему, кто-то аж 10, короче, говорит. Она говорит, зачем вам 10, короче, возьмите одну большую. Он так сказал, что типа на сувениры. Как сувениры, да? Ее. А вот Хончкара подарочная, видишь? Когда грузин заходит в дом, его все сразу узнают, что это грузин по запаху. Наверное, надо было Ленке тоже взять за 10 норик. А ты кому взяла? Маме взяла. Ты же две взяла? Какой Ленке? Я одну этой, Флоре моей. А, ну возьми сейчас что-нибудь тогда. Ну я говорю, не специи же. Давай возьми, возьми специи, просто недорого и нормально будет. Она это сторис не смотрит, сейчас все запишет, я потом выложу. Интересный вообще купол. Саба. А вода где-то его? Саба. What does it mean, Саба? Oh, it's his name. А. Саба. Сабрина.
Или вечером, оказывается, народу мало. Но здесь вылета, они протолкнутся. Подняться. А чё ты боишься? Ты же видел, он много раз поднимался, опускался, безопасно, ни разу же не упал, ничего. Посмотрим, взлетите сверху. Это реально стоит того? Не, не хочу, боюсь. Ну тогда что, идем на этот, как его? На подъемник, да? Где он? Возле моста? Да? Я вот здесь хотел посидеть. Реально атмосферно. Как тебе? А? Дальше круче будет. Жарко? Тбилиси теплый город, Юля. Тепло встречает. Так, ну вот Макузяне по 19, 18, 20, Макузяне. Текилу я не хочу. Глаз, да, и это стакан, бы да? Я бы пила. 70. Нет, я бы, наверное, пиво. Ну, цены тоже, конечно. То, что мы брали по 25, да, это, конечно, нам повезло хорошо. И, ну, здесь понятно, не конечно, знаю, уровень я. Другой. Я хочу соло. Да. Прикольно.